Здравствуйте! Приветствую вас на канале HardReset.info. Сегодня я хотел бы вам показать, как добавить фотоконтакту на вашем смартфоне Infinix S5. Для начала мы заходим в звонилку и затем заходим во вкладку «Контакты» внизу. Далее ищем контакт, которому мы хотим присвоить фотографию, и жмем справа сверху на карандашик. Нажимаем по фотографии контакта, и у нас на выбор есть либо сделать снимок, либо выбрать уже существующую фотографию. Я жму «Выбрать фотографию», открываю с помощью галереи. И у нас открывается галерея со всеми нашими фотографиями. Со всех этих фотографий мы выбираем то фото, которое мы хотим установить. Снова же открываем с помощью галереи, и нам нужно будет обрезать немного нашу фотографию, чтобы она подходила по размерам. Обрезали, слева жмем «Сохранить». Снова жмем «Сохранить». И как мы видим, фотография была присвоена успешно. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!